Дорогие многоуважаемые жители Ульяновской области, телезрители телеканалу «Правда ТВ», имею честь от имени Аграрного комитета Законодательного собрания природопользования, экологии и охраны окружающей среды поздравить вас с наступившим 2022 годом. Ну, бесспорно, профессионально пожелать вам чистой экологии, чистого неба над головой, пожелать здоровья и благополучия. Вот эта пандемия, конечно, нас многих вела в такую прострацию, которая, кстати, вызвала много сопереживаний. Говорят, что 22-й год это принесет того, что мы избавимся от этой заразы. Ну и бесспорно богатого, насыщенного, дешевого стола, да, с продуктами, качественными продуктами питания и всего самого хорошего. Здоровья и процветания нам вместе всем.